У каждого здесь своя история болезни. Мише 2 годика и 7 месяцев. Родился с расщелиной неба. И вот проблема решена, помогла операция «Улыбка». Проблем сейчас никаких нет. Мы буквально вчера прооперировались и чувствуем себя хорошо, вот играемся. В принципе, если бы никто не сказал, то вы бы не заметили, что ребенок буквально вчера еще был под наркозом и перенес операцию. Саше Миланину 13 лет, и операция планировалась именно в этом возрасте. Врачи ждали, когда мальчик подрастет, чтобы сформировалось лицо. На операцию ложиться вообще не страшно. В принципе, врачи хорошие, а персонал тоже хороший, общительный. Ряски делать не больно, все было хорошо. Челюстно-лицевые хирурги с уверенностью говорят, врожденная расщелина губы и неба – не приговор. Оперировать губу начинают с 6 месяцев, а неба – с 1 года. На сегодняшний день хирургические технологии таковы, что после операции практически не видно этих рубцов и не видно этой деформации. Мы посмотрели 63 ребенка и 30 детям, мы оказали эту помощь. Такие вещи достаточно сложные. Проблемы, которые у детей при рождении появляются, чтобы этим детям провести несколько различных этапов оперативных вмешательств, сложных оперативных вмешательств, потому что это не просто так косметический дефект, и дать возможность этим детям быть включенным в социум, улыбаться так, как мы с вами улыбаемся, вести активный образ жизни. Конечно, в каждом городе работают свои челюстно-лицевые хирурги и в течение года проводят операции, но помощи не бывает много. Это и хирурги, и челюстно-лицевые пластические хирурги, это анестезиологи, педиатры, операционные сестры, которые во время своего отпуска приезжают, чтобы вот быть участниками этой операции, оказать помощь детям. Особенно важен обмен опыта между докторами, которые могут поделиться своим профессионализмом, обучить наших врачей и, соответственно, повысить качество оказания медицинской помощи детям. Галина Белоусова, Виталий Ступаков, Дон-24, Ростов-на-Дону.